Всем привет! Приехал тут с Москвы. И сейчас мы будем, как говорится, заниматься опять домашними делами. Сегодня будем, как говорится, уже подготавливать погреб к перекрытию. Решили мы все-таки тут ничего не усиливать, стены оставить так. Тут посоветовались тут уже, так сказать, с бывалыми. Говорит, ничего страшного, все, просто на него вода лилась. Сейчас ли вода литься не будет, будет все нормально. Но вода литься не будет, мы все перекроем, а весной крыша здесь будет. И вот сегодня наша задача в этой, наверное, части. Ну, может быть, уже и перекроем в этой части. Ну, для начала нам надо все-таки вот этот угол сейчас здесь разрыть. Эту стену сломать и выложить новую под компрессор здесь. И тогда уже можно его начинать накрывать. Погреб накрывать и засыпать надо быстрее, потому что у нас уже буквально на завтра, послезавтра передают дожди и снег. А ну сегодня дождичек вот был немножко, поэтому надо закрыть. Погреб мы вот вчера уже вычистили там внутри, что нападало довольно много, пришлось носилками вокруг таскать. Ну а сейчас вот будем копать. Тут довольно интересно сейчас копать, конечно, будет. Ну, как-нибудь будем пытаться. Все, пойдемте. Смотрите. Вот, решили мы вот таким макаром копать. Потому что там довольно глубоко будет выкидывать. Если мы здесь накидаем гору песка, потом нам перебрасывать через нее будет тяжко. Поэтому мы решили привлечь трактор наш. Помощь. Помощь друга. Да, Андрей Иванович? Будем по кошечку выкидывать. По очереди отдыхать пока. Так будет легче. Мишанька будет кидать? Нет. Да? Что наглая рожа стоит. Хорошо песок это, а не глина. Если бы это была глина, это был бы полный капец. А песок ничего, мягкий. Слушай, много в ковш ходит. Вот кому надо песка, звоните. Мишка вам привезет. Где у нас стена здесь? Сейчас беда у нас с трактором. Пошла вода в поддон. Пробила прокладку под головкой. Она уже давно подгорала. Вот сейчас даже слышите, удар должен быть. Давай, заводись туда.
трещало маленько. Газы идут. Там это все печально. Вот тут сильно мотор газит. Вот тут мне нравится. Раньше такого не было. Ну, то есть за воды, я думаю. Блин, а нам докопать там осталось, блин, без трактора вообще нереально. Будем, наверное, докапывать. Походу еще придется вкладыш на меня, задерет их, походу. Ну, мы, наверное, сейчас докопаемся, сделаем. Я думаю, наверное, мы этот мотор будем снимать отсюда. У нас есть оттуда родной троечник. Будем его ставить. А этот мы шатун, это, двигатель будем все-таки переделывать. Если поршневая живая, переделаем мы его, этот мотор, все-таки, как я хотел, под 1,7. У меня вал уже лежит. Усадим шатуны. Я теперь знаю, как их усаживать. Поставим вал 10-13 сюда, и будет он 1,7 копеек. Двигатель станет 1,7. Ладно, надо возить. Он, видите, как заводил туда, на воду плюнул из глушителя. Докапываем уже почти до уровня ступеньки первой. Выкопали. Еще где-то полметра, метр, может, даже. Уже офигенно неудобно. Копать? Андрей Яныч вообще не может. Что там вышло? Середину. А? Середину. Да хорош, наверное. Все, хватит. Смотри, куда. Тут камень еще торчит, блин. Я смотрю. Собака так из стены. А здесь стену я хочу поставить вот так из шифера. Вот эту когда сломаю. Из шифера здесь стену выложим. Вот так нам надо выложить. Стенку в два кирпича буду выложить. Почему здесь больше, шире роя. А здесь просто потом шифер вот так встанет, как раз здесь. Здесь зальем просто. Даже, наверное, шлаком залью здесь. Здесь особого давления не будет. И теплое будет. Но... А здесь мы решили сами стены усилить. На штык тоже выровняем где-то, два кирпича сделаем 20. И как такой армопояс сделаем небольшой вот здесь поверх, чтобы сами верха не давило у стены. Типа тоже как плиты получится с арматуры. Арматура там где-то у нас есть. Несколько кусков, да? Есть, мы их свалим еще вместе между собой. Она уже как-то не лопнула, может уже две арматуры сделать. Лучше вот так. Ну все, надо увозить. Правда, погодка, вы видите, какая сегодня покров. И снег пошел как раз. Значит, зима будет ранее. Вон идет снег. Вверх не подымай камеру, упадет снег. Мороза вроде не было. И люди вот падают.
Ладно, надо так вот, блин, ну попахать, попахать. Там еще что-то опасно. Ладно, поломать здесь. Что, лови давай? Да. Нет, это не лови. Они что-то сбегают, которые здесь. Почти докопали. Там немного, что печатать. Эту ложу серая. Вот это был пахнет. Косяк шевелится. И его оттуда надо выпить. Я сверху зайти, он куда шли? Надо отсюда выпить. Здесь-то по-любому надо, чтобы перегородка была. Отъедь-ка отсюда. Трактор мешает, выключи. Дверь открылась. А как она? Он уже был с шпингалетом. Чему она не меня с шпингалетами? И он до туда обломился. Вот по идее, вот как она обломилась бы, этого там достаточно было бы. Тут же как раз заливаться будет. Вот там, по идее, больше не надо. Вот здесь бы сейчас поломать бы. Ну тут хрен обломаю. Здесь кирпич крепкий. Косяк. О, нам больше не надо. Классно, вот это я и хотел. А там мы зальем как раз. Здесь сейчас поправим ее. Чтобы вот тут, видишь, она сложена. Как раз эта боковина будет, получается, заливать стенка. Снизу там зря я выбил. Ну ладно, там плохой был кирпич. Ну все, сейчас надо носилки. Кирпичи сейчас чистить будем. Какие биты его выносить. Закрывай, Миш, камеру, занеси. Редуктор замерз, вода ушла. Все уже невозможно. Через четвертый цилиндр гонит вообще. Воду выбрасывай прямо из лучака в рельсном.
надо снимать головку. Маленько на трактор. Ну сейчас снимем голову, поставим прокладку новую, посмотрим. Может еще и походит. Ну, жалко масло, масло-то на нем еще не проходит. Это я редуктор отогреваю. Потому что он сейчас на жидкой фракции работал у нас. И воду сейчас сразу перед заездом в гараж. Пока не буду сейчас все. Сольем. Так, можешь эту трубу убрать? Да, лучше убрать. Давай убирай. Так, ну все, сейчас шифер. Лист целый тут много. Сейчас его так отпилим, вот этот, поставим к этой стенке. И начнем укладывать стенку вот здесь. А шифер как раз подожмется. Здесь заложим тоже кирпича. А это место вот это вот между камнями зальем все шлаком. Ну, чтобы стена более такая теплая получилась. Сейчас отпилим вот этот отличный кусок. Камера не запылила там. Ага, вся пыль на тебя. Фу. Стоит, а сейчас ржет. Мишанька, бля. Нет, говорю. Иди вниз туда. Чики-пуки. Хотя, по-моему, зря мы так сделали. А тут-то чем закрывать будем? Тупо стань. Нет, надо было в цельном листу дуракам выпилить. Я же тебе говорил. Ну, что-то я это. Ну, тут же нам надо вот до сюда, чтобы шифер был. До стенки. Говорил, так выпилим, да? Да. Давай перепиливать. Давай. Ладно, будем перепиливать, потом покажем. Врубать. Поцелеем, да? Так, ну что, начнем укладку. Укладку. Первый ряд мы сейчас так накидаем просто. Хотя его тоже жевать надо раз-два. Больше на раз-два, я не хочу его больше копать. Выровняется. Ничего страшного. Еще один. Да. Вот мода, даже в галошах есть шнурки. Во. Красота нам тут не нужна особая. Маленько жидковато все. И ты подтаскивай сразу кирпичи. Много мусора сильно. А? Много, говорю, мусора что-то сильно в этом. Просто вот. Знаешь, конечно, каменчик. Каменчик.
Так что не так тут, Андрей, ты говоришь это. Раствор быстро расходуется. Представь, сколько я. Сейчас за растворчик беги. Тебе видно что, Мишка? Видно. С какой стороны? С этой. Как что-нибудь сложим? Бетонно. Обязательно, погода плохая. Так, сюда. В гараже, помнишь, делали? Все, беги. Кирпичи, 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 кирпичики. Кирпачи, 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 кирпичаки. Как-то вот так вот. Приблизительно. Что-то с чем-то будет. Я думал, получаться. Так вот будем таким макаром, я думаю, стеночку по чуть-чуть да сложим. Ладно, больше пока не будем снимать, хорошо. Все помаленьку двигается, уже половина стенки почти сложили. Погодка у нас вообще капец, снежок идет, даже и не тает почти. Нам надо сегодня докидать эту стенку. И желательно бы еще здесь залить хотя бы пару заместиков стенку, чтобы она схватилась низ хотя бы уже. А то за раз все заливать, шифер даванет, скорее всего. Да уж, интересная работка. Ну, стена здесь будет мощная. Здесь уже песок не даванет, плюс она вот здесь как замок получается. За шифером. Здесь такая волна есть. Я думаю, она удержит. Эта волна. Стенка сюда не наклонится. Вот здесь, конечно, она ничем не крепится сейчас. Нормально надо было, конечно, здесь прокопать, чтобы пол кирпича туда, за ту стенку завести. Ну, я думаю, тут уж не будет сильно давить. Тем более здесь поперечная стенка, ее, кстати, надо тоже доложить здесь. Здесь еще, наверное, пару рядов, потому что здесь будет лежать поперечная, это ее надо утоплять немножко. Ниже одна, но длинная есть. Пасынок это длинный. Поэтому будем чуть-чуть утоплять, он вот так пойдет у нас. Но он вот досюда будет. А здесь потом сверху тоже, я думаю, листом шифера закроем. И сверху арматурки бросим немножко и зальем тоже шлаком. Не будем тут ничего заморачиваться. Особо выдержит. Тут не так много уже грунта будет с этого края. Там мы и шлаком будем засыпать. Ну ладно, работаем дальше. Ну все, стенку удоложили. Почти. Последний рядок осталось. Сейчас вот Андрюха как раз там притащит еще ведро. Раствор, и там как раз ведро на ряд. Получается, ну что, 10 кирпичей, да? На ряд, да. Ну вот сейчас последний ряд докидаем. И пойдем домой. Какой домой? Пожрем, да пойдем трактор делать. Еще. Шум. Положили мы вчера стеночку. Вот такая получилась. Уже в темноте докладывал, маленько, конечно, кривластенько, да? Ну, пойдет. Это по сравнению с этой, вот стена так стена, да? Вот дом должен был каким. А это, смотри, оно он все выдавило. Блин, так опасно она сейчас стоит, эта стена. Мне вообще не нравится. Ну, ладно, сейчас она перекроется, я думаю, нормально будет все равно. Ну, и в следующей уже, на эту часть мы сейчас закончим. В следующей части мы уже будем здесь ложить перекрытие. Надо сейчас нанимать воровайку, потому что руками тут эти не положить, пасынки, бесполезно. Одна будет вот так лежать, эти так. Ну, в общем, увидите в следующей части. И также ждите видео про трактор. Нашли мы там причину. Короче, ну, скоро будет видео про трактор. В общем, ждите. Ну, а на этом, как говорится, всем спасибо за внимание. Оценивайте, комментируйте. Ну и до свидания.